Апти, сегодня ты присутствуешь на Кубке России в качестве зрителя. Все мы знаем, что ты освобожден от участия, и перед тобой практически открыты все двери уже на Европу. Просто хочется задать риторический вопрос, как дела? Как твоя идет подготовка? Ну, дела вроде нормально, сейчас Чехия, сидим на сборах, подготовка к чемпионату страны идет, который будет проходить у меня дома в Грозном. Готовлюсь, немножко так форму набираю, после мира отдыхал, уже по чуть-чуть набираю. В общем, все нормально. Ничего не беспокоит, травмы не беспокоят? Ничего, все нормально. Еще вот в интернете всех интересовало, как вот ты перешел от толчка к шунгу. Ну, что послужило? Какие-то находки, там, тренерский совет, или ты практиковал и то, и другое, и просто взял, перешел, понял, что мы это твое? До Олимпиады это пробовали, но боялись, ну, до Олимпиады что-то там менять. А так, после Олимпиады попробовали, понравилось, вроде бы нормально. Получается, я лучше чувствую. Вроде бы нормально. Спасибо, успеху тебе. Спасибо.